новый світ, хай вклониться і скаже ти Бог. Всі народи, хай вклоняться і скажуть ти что ты наш Бог. Мы слышим Твой голос. Ты зовешь каждого из нас. Как Ты звал и Самуила однажды, и он услышал, так и мы, Боже, открываем сердца, открываем уши, открываем нашу жизнь. Мы хотим слышать Твой зов. Во имя Иисуса. И весь народ да скажет: аминь. Слава Господу. Дайте аплодисменты нашему царю. Зов к Божьим Илиям. Зов к Божьим Илиям номер два. Есть задание от Бога. Есть зов. Бог зовет. Дефицит появился в Царстве Божьем. Царство Божие никогда не бывает там дефицит, но на данном моменте в Царстве Божьем появился дефицит. Не хватает Божьей Илии. И Бог зовет. Дело в том, что когда Божий голос звучит, просыпается все, что внутри человека. И Илии просыпаются. Заметите, что Бог зовет. Удивительно, у Бога есть или мужчины, у Бога есть или женщины. У Бога есть или высокие и невысокие. Илия, который в Библии, марафонист был. Он мог бегать быстро, долго, аж перегнать колесницу. Но не обязательно уметь бегать так быстро, чтобы быть Ильей. Ты можешь просто быть ты. Вот, скажи: вот я, Господь. Скажи: я хочу быть твоим Ильей. Заметите, мы говорили с вами, что Бог есть Бог войны. Но Он всегда сражается через кого-то. Бог всегда. Даже когда ангелы приходили и сражались, убивали каких-то армий, но это не происходило, кроме если там кто-то от Бога был, и по его причине ангелы приходили. Если нету никого, никто не приходит, ни ангелы, никто.
Заметьте, Бог ищет человека. У Бога много заданий, которые Он хочет делать. Некоторые из них Он их пророчествовал через пророков, которые были, и они должны исполняться. Но Он ищет через кого? И при том, у Бога были люди, которые Он избрал для этого. Но они нейтрализовались. И теперь Бог, у Него часто задача, мое мнение, из каждого 100 человек, которого Бог предназначил, Ему приходится искать замену на 70 из них. Они нейтрализуются, и надо найти замену. Даже наш главный герой Илия, его тоже нейтрализовали. И Бог вынужден был найти замену. Притом настолько мощный был Илия, что не сравнивать с заменами. Но, заметите, у Бога не было выбора. Поэтому Он говорит: Илия, пойди помажь Елисея вместо себя и Иуя на царя. И он 2 или 3 человека комбинировал, чтобы соответствовать тому, что должен был делать один Илия. И Бог понадобилось найти замену. Вот я не знаю, кто из вас радуется от того, что Бог находит замену вместо себя. Я не из тех людей, которые в восторге от того, что все равно ничего не страдает, вместо меня уже нашли. Это называется праздник человека с пораженной внутренностью. Это праздник человека, который ни к чему, как кажут, никчемный. Такого нам не надо. Мы к чему-то. Скажите, мы к чему? Скажи, я к чему-то. Вот заметите, Иуда Искариот, Бог пришлось найти замену. Да, я думаю, мое мнение, ученики там жребий сделали. Апостолство не по жребию, мое мнение. Если читать Библию, апостол — это человек, который сам Иисус назначает. Поэтому этот Матфея, который они назначили по жребию, это не есть стандарт апостолства, который надо. Мое мнение, что настоящую замену Иуда Искариота уже появилась через Павла. Это говорит о том, сколько иногда надо времени, чтобы найти соответствующего замену. Не так легко воспитывать апостола. Это не просто так, что зашел на собрание 200 раз, я уже апостол. Молодец, Петр правильно сказал, что он должен был быть с нами с самого начала. Но это недостаточно. Апостол – это орудие в руки у Бога. А жребы не решают этот вопрос. И поэтому, когда уже потом появился Павел, вот соответствующая настоящая замена. Но сколько лет прошло. Когда ты оставляешь свое место пустое, ты создал головную боль для Божьего Царства. И зафиксируется на небе вот эта головная боль, которая пришла из-за тебя. Потому что пока Бог найдет потом, кем заменить, это много ресурсов, это много времени. Это Он должен поднять 100 для того, чтобы выбрать 1 из 100. Потому что многие из них нейтрализуются быстро. Кто отпадает, кто обижается, кто еще в каких-то эмоциях. Люди нейтрализуются одними и теми же проблемами, не новыми, одними и теми же, одинаковыми путями, ничего нового. Поэтому есть зов к Божьим Ильям. Есть Божья задача. И Бог просит: Ильи, где вы? Илья, где ты? Илья, вообще, что ты тут делаешь? Исайя 41 глава, 13 по 16 стих. Библия говорит: «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе,
Не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, Искупитель твой, святый Израиль. Мне нравится, что Бог говорит, я помогаю, я возьму тебя за руку. То есть, не ты, а я. Главное, чтобы ты был, чтобы я взял тебя за руку. Вот это все, что Бог просит. Но будьте на месте, чтобы я мог взять за руку и помочь. Мы не закончили читать. Вот я сделал тебя острым молотилом. Не ты сам себя. Я тебя сделал. Теперь будь, чтобы я. Вот он воспитывает. Для Бога это занимает годы. Если Бог развил тебя в чем-то, и ты убежал. Я хочу, чтобы ты понял. Столько ресурсов были потрачены на то, чтобы тебя поднять, и ты взял и выкинул. Просто взял и выкинул. Мне однажды задали вопрос, пастор Генри, почему бывает такое, что человек двигается мощно с Богом, и когда он отходит, страдает быстро, его нету в живых, или что там произошло? Я говорю, потому что вы не представляете, сколько ресурсов были потрачены, чтобы поднять его одного. Прообраз плохой, конечно. Я не знаю, сколько стоит в Украине, чтобы воспитывать одного солдата. Я не в курсе. Кто-нибудь знает статистику? Нет, я так и думал. Воспитывать, поднять эффективного солдата в Украине стоит денег. Но есть другая, это у нас в Украине называется, по-русски вы привыкли слово спецназ, в Украине так не называется, в Украине по-другому оно называется. Вот это одного воспитывать, он 4 раза дороже, чем обычного солдата. 4 раза дороже. Поэтому он не имеет права умереть так просто, как обычный солдат. Не имеет права. Поскольку я хотел знать, сколько в Украине стоит поднять одного спецназовца, не нашел, я пошел к американцам. Имеется в виду проверить. У них все везде. И вот что я обнаружил. Поднять одного спецназовца, американцев, их разные виды, которые вы знаете, это вот морские котики. Одного стоит 3 миллиона долларов. Одного. От А до Я. У него 18 месяцев обучения. И за 18 месяцев теряют на него 3 миллиона. На обычного солдата теряют там до 500 тысяч. То есть спецназовца морского котика в 6 раз дороже поднят. И им говорят, с такими затратами ты не имеешь права умереть так просто, как эти. Но никто не должен умереть. Но ты не имеешь права. На некоторых из вас Бог потратил миллионы учения, много конференций, много помазанников, много откровений. Он столько потратил, дороже, чем 3 миллиона. И вы что, будете нейтрализоваться вот так? Вот поэтому потом начинают возникать крупные проблемы. Кому больше дано, от того больше требуют. Кому больше дано, того больше бьют, говорят. И поэтому каждый раз, когда мы празднуем, там Бог коснулся ко мне, проговорил ко мне. Помни, счет идет, сколько тратится на тебя. Ты не имеешь права нейтрализоваться вот так. Ой, мне не понравится, я ухожу, я бросаю, я не буду. Да, и ты хочешь жить после этого? Да, прошу прощения. После этого у тебя в жизни хорошего ничего не будет.
Если тебе повезет, как Илья, слово «везет» мне нравится. Если так получится, как Илья, что тебя забрали на небо, то молодец. А если у Бога нет плана тебя колесницы забрать на небо, то участь плохая. Иуда повесился. Говорят, что есть книга, которую написал Адам. Я еще не читал никогда. Говорят, более депрессивная книга на земле не найдешь. У него было 900 лет. Горечи, слезы, вспоминать, зная, что больше туда вернуться уже не смогу. Это хуже ад, чем самого ада. Вот. Как только Бог тебя звал, все. Мы с вами читали 15, мы не читали еще 16 стих. Дочитаем, пожалуйста. 15 мы читали. Давайте начнем с 15 стиха. «Вот я сделал тебя острым молотилом, новым зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы и холмы, сделаешь, как мякину. Ты будешь веять их, и ветры разнесет их, и вихри развеет их, и ты возрадуйся, о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым». Заметите, что Бог хочет делать нас острым оружием, эффективным по сегодняшнему учению. Он хочет сделать нас эффективными людьми. Орудие с большим эффектом в его руках. Есть много орудий, но не все эффективны. Некоторые из них, они есть, но они неэффективны. От них пользы минимальные или вообще нет. А он говорит, я хочу делать тебя острым, зубчатым, то есть эффективными. План Божий. Чему бы он тебя ни призвал, он хочет, чтобы ты был эффективным. Оказывается, можно быть музыкантом, но не такой эффективным. Можно быть певицом или певцом и быть не таким эффективным, хотя призвание есть. Можно быть пастором, но не такой эффективным. А Бог говорит, какое бы призвание ни было, что бы я ни вложил тебе, мои планы, чтобы в этом направлении ты был острым, эффективным. Вот у тебя должно гореть внутри. Хочу быть на максимум эффективным. Не просто титул иметь, а быть эффективным. Не просто титул «я лидер», не просто титул «я рядом с пастором», не просто титул «меня учит», я говорю Слово Божье в группе надежды, а быть эффективным. Эффективным в группе надежды, эффективным лидером, эффективным человеком рядом с пастором. Вот поэтому заметьте, Он желает сделать нас. Если Бог нас делает, в принципе, это то, что Иисус сказал. «Идите за Мною, и Я сделаю вас». Что касается служения Богу, это надо помнить. Мы никогда самих себя не сделаем. И там никого не купить, не выкупить, не взятку давать, никак. Там Бог тебя делает, или Он тебя не делает, и ты не сделаешься, или Он делает тебя, и ты сделаешься. Заметите, что Он говорит, я сделаю тебя, идите за Мной, я сделаю вас. Поэтому прежде главное делай твое отношение с Богом, потому что Его обмануть не можно. Это надо, чтобы Он тебя сделал. Я могу учить, как себя представить Богу, но сделать только Он.
Я могу молиться, помазание от тебя сошло, помазание Духа Святого. Мне интересно, когда 10 человек, на них сходит помазание Духа Святого, из 10, 7 от этого схождения помазания, 0 эффект. Они падали там, побегали, покричали, но найдутся трое, которые, когда сошел, Бог взял и начал что-то с ними делать. А что-то он делает. Заметите, он говорит, он просит тогда, чтобы мы себя представили Богу. Потому что у Бога есть много дел, много призваний. Даже призваний много, но не все отдались Ему, чтобы Он сделал нас эффективными, острыми. И даже к большому стыду, некоторые вместо того, чтобы отдаваться Богу, отдались сатане. Они не думают, что отдались сатане. Они отдались каким-то чувствам, каким-то хотениям, вот не зная, что за этим стоит враг. И в результате призваны Богом, а отдались не тому. И в результате они вредят Царство Божие вместо того, чтобы быть теми, которые эффективны в расширении Царства Божьего. Если бы победа над Голиафом заключалась в орудии, то царь Саул сделал, у него было самое лучшее орудие. Оружие у Саула было самое лучшее. Но дело не в орудии. Даже сам Давид, когда он попытался в эти оружие, почему Саул дал ему свое оружие? Это было лучше. Мы часто путаем вспомогательные вещи от основного. Оружие Саула – это вспомогательное. Иногда в церкви люди путают, где основное, а где вспомогательное. Оружие, умение говорить, эрудирование речи, образование, все прочее, это нам оно надо, но это вспомогательное. Если нет оружия в лице человека, то это все вспомогательное, некому помогать. Кто был настоящее орудие против Голиафа и филистимляне? Оружие или Давид? Настоящее орудие это был Давид. Это вот как я слышал историю, что были заложники где-то, они были взяты террористами и отправили туда трое, чтобы освободить. Ну, там террористы были, человек, наверное, 50, а эти трое без оружия, они же не могут с оружием прийти. И вот они пришли, отдались террористам, и вот они вместе с заложниками. И заложники спрашивают, а где же ваше оружие? И один из них говорит, оружие – это мы. Скажите, оружие – это я. И заложник говорит, вы оружие? Когда? Как? Вы же человеки. Он говорит, вот в том-то и дело. Оружие – это мы. Оружие пришло. И через три дня освободили заложников, уничтожили террористов. А как это сделали, не обязательно нам знать, нас не интересует. Но факт вот такой. Оружие – это ты. Скажите, оружие – это я. Я вас не слышу. Что вы сказали? Вот. И получается, что настоящее оружие – это был не копья, не меч Саула или других воинов. Не щит Голиафа. Не. Настоящее оружие – это был Давид, человек. В принципе, Голиаф тоже, он был оружием. Я слышал, как люди говорят, что Голиаф надеялся на свою силу. Нет. Нет. Вы не читаете Библию внимательно. Если вы будете читать Библию внимательно, там написано, Голиаф проклинал Давида своими
богами. Вот, оказывается, Голиаф не на свое оружие надеялся. Он надеялся на свои боги. Поэтому он проклинал Давида своими богами. Даже и он знал, что он оружие только в руках другой силы. А Давид говорил: «Я иду во имя Господа». Давид знал, Давид жил жизни знания, что он орудие в руках у Бога. Поэтому, с одной стороны, мне жалко его, что на него напали лев и медведь, а он ребенок. Но с другой стороны, мне не жалко, потому что Давид знал, что он является орудием в руках у Бога. Скажите: «Я орудие в руках у Бога». Еще раз скажи: «Именно я орудие в руках у Господа Бога». Вот поэтому заметите, Иеремия 51 глава, 20 стих по 23, Библия говорит, это Бог обращается к Иеремии и говорит: «Ты у меня молод, оружие воинское». Ты, Иеремия, ты у меня. То есть, если Бог тебя отпустит, ты не орудие. Ты у меня. Ты дорог, когда ты у него в руках. Ты у меня молот, оружие воинское. Тобою, то есть тебя использую, я поражаю, поражал народы, тобой разорял царство. И вот, и он дальше говорит по 23-й. Тобой поражал мужа, жену, тобой поражал старого и молодого, тобой поражал юношу и девицу, и он ему перечислил: тобой поражал пастуха и стадо его. Ты оружие. Скажите: «Я оружие». Скажи: «Но очень важно, в чьи руки я нахожусь». Вот. Очень важно, в чьи руки. Главная задача дьявола – пытаться переместить тебя из рук Божьих, чтобы ты стал не в руки Божьи или в руки сатаны. Для этого он будет мобилизировать все твои промахи, все твои эмоциональные фейерверки, которые он изучал хорошо, и он знает, как их манипулировать. Он будет использовать все твои обиды, все, что у тебя в жизни негативно, сатана будет использовать, чтобы манипулировать тебя, чтобы ты встал и вышел из руки Божьей и переместился в другие руки. Или ты остался так, как будто ничья. Не поддавайся. Будь эффективным орудием. Поэтому Библия говорит: трезвитесь и бодрствуйте. Будь трезвым. Научись ловить. А это же дьявол. Ты хочешь, чтобы я обиделся на этого? Вот я недавно один пастор просто в шутку, ну, шутку или не в шутку, что-то наговорил где-то там обо мне. А тот, кому он говорил, мне пришел рассказать. То есть, второго я не обвиняю, первого тоже не обвиняю, это его мнение, он не имеет права на свое мнение. Правда же? Скажите, люди имеют право на свое мнение обо мне. Скажи, но их мнение не должно управлять мною. А так мнение все имеют право. Пастор Ген, у меня сосед меня не любит. Что? Он называет меня волком. Это его мнение. И на это у него стопроцентное право. Но главное, это на тебя влиять не должно. Скажите аминь. Пастор, мой муж называет меня уткой. Это его мнение. Но его мнение не должно никак влиять
на тебя. Улыбайся дальше, как мисс мира. Вы настолько этому не верите, что вы не сказали амин, просто посмеялись. Что у вас за неверие? Вот один муж мне говорит: пастор, я был бы бизнесменом крупным, если бы не моя жена, которая все время говорит, что я неудачник. Я говорю: она называет тебя неудачником. Это ее мнение. И при том подозревает, что, наблюдая она за тобой так долго, может, есть почва к этому мнению. Я говорю: но это мнение ее не должно управлять твоей жизнью. Меняйся и стань другим. Общался с одной женщиной. Она говорит: пастор Генри, мне плохо. Для чего? Мне грустно плохо. А что случилось? Мне вообще отвратительно плохо. Я говорю: ну расскажи, что случилось. Говорит: вообще нет смысла жить. Я говорю: ну что случилось? Говорит: я вообще ненавижу жизнь. Я сказал: ну скажи в конце концов. Говорит: я пилила своего мужа. Я не знаю, вы знаете, что это значит пилить? Я пилила мужа, я ругал его, я его обзывал, я его выгонял из дома. Я ему сказал: меняйся, иначе я тебя выгоню. Я его выгонял, я его бил, била при детях, позорил его. Знаете, что он сделал? Что? Он ушел, учел все мои, как называется, все мои критики и женился на другой. Теперь он хороший, идеальный, но в руках другой. Я сказал: слушай, я могу тебя одолжить на собрание на 3 минуты, чтобы ты что-то сказал со сцены? Отказалась. Вы такое слышали когда-нибудь? Не слышали. Вот. А такое бывает, оказывается. Пастор, я сказал, что моя жена лентяйка, она глупая, она это. Вы знаете, она пошла, училась, стала умной и вышла за другого. Как? Получается, я ее сделал идеальной ради другого. Я не хочу жить. Ну, ладно, короче, вот. Это на засыпку кому-нибудь. Не пили того, кого ты имеешь. Помоги. Подскажи, но с любовью. Не обзывай ту, а поддерживай. Так, кто-нибудь пусть скажет амин. Как всегда, женщины, они активны, когда касается наставления мужей. Мужчины, амин, были 3, я посчитал, от мужчин. Ой-ой-ой. Иеремия, ты молод, тобою буду поражать, тобою через тебя. Я буду использовать тебя. Заметите, мы с вами у Бога оружие, которое не убегаем из рук Божьих. Когда дьявол нам предлагает, когда он манипулирует, у него стратегий много. Одно из вещей, что дьявол всегда использовал со мною, это я очень люблю мудрость. Вы слышали такое слово «мудрость»? То есть я в жизни всегда, когда с кем-то разговариваю, ищу ниточку мудрости. Ну, как это правильно? Что такое мудрость? Ищу ниточку мудрого соединения слов, мыслей, стратегий, решения, планов. Ищу. Оно у меня на автомат. Я не специально, оно просто живет во мне. Вот. Это мне важно. Мне, вот, моя мама, например, там сидит, плачет, например, да, своими эмоциями. Я говорю: мама, это на меня вообще никак не влияет. Я сочувствую тебе, мама. Ты хочешь, чтобы ты поплакал, и это на меня повлияло, и я что-то сделал. Я говорю: ну, пойми, я на это не реагирую. Но поскольку я не твой муж, я твой сын, это мелочь. Вот. Я говорю: мама, я тебе помогу не от твоих слез или отсутствия, а я тебе помогу, потому что я знаю, что надо делать для мамы. А слезы не надо. Я так, если ты меня попросишь по-простому, я сделаю. Да только не надо плакать. Вот, если вы ко мне идете, пожалуйста, не надо плакать.
Я пойму без слез и сделаю без слез. Мне слезы не обязательно, чтобы я реагировал на что-то. Ну, в общем, я люблю мудрость. И вот бывает такое, Бог призывает кого-то, вот, да, у которой соединения мудрых слов нет. От Бога призван, это правильный человек, он должен стать пастором там или кем-то еще. Но вот это соединение мудрых слов не нахожу. И вот я разговариваю с этим человеком, ищу. Но я не ищу, оно автоматически, как антенна, ищет. Да, и не нашел. И решил, этот человек не может быть пастором, не может быть служителем, с него все. Отпустил. Потом у меня было время поста и молитвы. И вот и во мне бывает такое, когда Бог сюда хочет мне передать, я молюсь об одном, а у меня внутри какой-то, как будто я что-то пропустил в жизни. Знаете, какое-то чувство, как будто я что-то плохое сделал, хотя я ничего не сделал плохое, такого осознанного. Или как будто я покричал на кого-то самыми плохими словами, хотя я такое никогда не делаю. И поэтому, когда это бывает, я молюсь там, добиваюсь Индии, Пакистан, а тут плохо. Тогда я останавливаюсь. Господь, что случилось? И Бог начинает. Вот помнишь человека? Да. А почему ты его? А, да. Но он же не такой, знаете, так неудобно перед Богом, да, сказать, что вы думаете, что только вы такие, да? Я тоже, бывает, когда я перед Богом не знаю до конца, что сказать, потому что стыдно, мои аргументы, они не совсем подходят. Я начинаю понимать свою глупость, да? Я говорю, да, Господь, просто понимаешь, мне показалось, что... И Бог говорит, если бы ты был внимательным, ты бы нашел соединение другое. Не мудрость, которую ты искал, а соединение откровений мои. Я говорю, да, действительно. Я потом, Господи, когда я отошел от этого человека, я уловил соединение не мудрости, которую я хотел человечески, а было другое какое-то соединение, которое я уловил, но не придал значения. И Бог меня научил тогда, не ищи только мудрость. Оно нужно, но ищи также и другое. И вы не поверите, как жизнь моя облегчилась после этого. Я хочу вот вам сказать, что часто дьявол может манипулировать нами теми вещами, в чем мы убеждены. А в чем мы убеждены, не всегда это взгляд Господа, Бога. Кто-нибудь скажет аминь. Какие задачи и признаки того, что ты оружие в руках у Бога? Какие задачи у Илии? Вот как ты поймешь, что ты уже как Илия двигаешься? Какие у Бога есть задания для Илии? Скажите, у меня есть задание. Еще раз скажите, у меня есть задание. Первое, надо, чтобы твое было очевидное участие в победах для Божьего Царства и в расширении Его. Зачем Бог ищет Илии? Они должны производить, участвовать в победах Царства Божия и расширения Его. Если ты не участвуешь в победах Царства Божия, и ты не расширяешь Царство Божие, есть вопрос. И Бог ищет людей, которые могут участвовать в производстве побед для Божьего Царства и в расширении. В третьей книге Царства, 18 глава, встречаем Илию, наш герой. Вот 23 и 24 стих, и потом 37 по 39. Илия говорит, пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, это пророки Ваала, и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают.
а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. Равные условия, одинаковые. Не то, что христиане, когда полиция их останавливает за нарушение и говорят: полицейский, я верующий, отпустите меня. Это глупость и позор для Божьего Царства. Лучше уже молчи о том, что ты христианин, оплати свой штраф и уходи. А вот эта антиреклама Божьего Царства нам не нужна. И призовите вы имя Бога вашего. Мне нравится, что Илья называет их Бог маленьким маленькой буквой. Это значит, он что-то сказал такое, от чего Бог это написали маленькой буквы. И я призову имя Господа, Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал: хорошо. Перед тем, как мы прочтем, ну, давайте читаем 37 по 39. Илья входит в действие. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает весь народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, смотрите на результат, увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. Илья действовал, говорил и поступал, чтобы пришла победа Божьему Царству и расширить его. Вот это есть орудие в руках у Бога. Потом вы увидите, что ни один Илья был верующим, который остался верным Богу. Нет, много их было. Бог даже их назвал 7 тысяч. Еще. Но вы не услышите голос ни одного из них, из этих 7 тысяч. Ни одного. Вы представляете, если было бы 7 тысяч голосов? Илья убил 400 пророков Ваала и 450 пророков Дубровых. Это 850. А что, если бы эти 7 тысяч все были горячими? Они где-то спрятаны, в безопасности. Любят Бога? Да. Поклонялись Ваалу? Нет. Верни Богу? Да. Идолопоклонник? Нет. Грешни? Нет. Но они производят победу для Божьего Царства? Нет. Вот это то, что мы сегодня имеем в Церкви Господа Иисуса. Но Церкви Господа в 21 веке, она иногда хуже. Эти, хоть они не поклонялись Ваалу, а в Церкви Божией иногда ты встречаешь такие, Господи, помилуй, называется. И Бог зовет Илья. Илья. Есть зов к Божьему Илья. Илья, он ставил себя в такой сложной ситуации. Но вот по-другому победу не производить. В чем будет отличие наше от всего дьявольского? Не от того, что мы облегчили себе задание, но от того, что в равных условиях, сложных, но с нами Бог, и Бог проявляется с нами, и мы производим победу для нашего Бога, для Царства Божьего. Мы расширяем его. Стоп. Не мы производим победу. Это Бог через
нас. Это надо принять решение. Вызов – это хорошо. Сложность – это хорошо. Если бы это вы были вместо Ильи, вы бы сказали, но я как Божий пророк, вы мне дайте чуть-чуть огня, чуть-чуть там это. Илья говорит, нет, не облегчайте мне ничего. Дайте мне равные условия. Что мы, как церковь, говорим? Мы говорим, ну ладно, вы любите ЛГБТ, вы любите эти однополые браки, вы любите вот этот. Мы понимаем, это ваше убеждение, вы на это имеете право. Мы считаем, что это глупо, но ваше право. Но одно только мы просим. Дайте нам те же права, какие вы им даете. Дайте нам права те же. Не тратите 200 миллионов на них, а нам мешать везде. Вы понимаете? Ну ладно, даже если права будут неравные, ничего. С нами Бог. А это большинство. И поэтому Илия, когда вечер закончился, мне нравится, как написано там, весь народ, вся страна покаялась в один раз. Вся страна, все директора школы, все учители, все преподаватели, все священники, все инженеры, все бизнесмены, торговцы, все покаялись в один раз. Бог зовет Илии, что надо снова, чтобы появились Илии, которые не боятся вызов. Второе. Задача у Бога для Илии. Твое участие в ранение и уничтожение влияния царства тьмы большое. Твое участие в ранение и уничтожение влияния царства тьмы большое. То есть, сатана спрашивает у демона, а кого там с церкви Победа прислали навстречу? А Миша Михайлович, я не знаю, есть такое или нет. Я специально такое сочетание, чтобы не совпадать ни с кем. И сатана говорит, о-о-о. Они скажут, ваше уничтожество, что случилось? А как вы дьявола называете? Надеюсь, вы его не увеличиваете. Ваше злодейство. Давайте я вас научу. Скажите, ваше ничтожество. Ваше злодейство. Вот. Вот это его имена. Не надо ему там титулы, которые ему не подходят. Он скажет, если это Миша Михайлович, нам конец там. Чего? 10 раз, когда мы столкнулись с ними, у нас всегда потом все в реанимации. Кто на скорой помощь? Кого хороним? Мы его боимся. А некоторые... А кого там пастор Гений отправил? Иванушенко Иванович. Сатана говорит, да, не переживайте. Тот наш, мы его давно уже
Как? О, вокруг него такие люди. И он постоянно варится в не тех компаниях, не те слова. Он все время слышит негатив. Он наш. Мы его загрязняли достаточно. Он не сможет нам дать удар, который нас повредит. Не сможет. Он уже нейтрализован. Моя мечта и мечта Господа Бога, чтобы когда дьявол знает, что кто-то в церкви Победа там находится, он терял сознание. Он пал в обморок. И сказал: ой, Победа! Ой, только не Победа! Ваше зло, злодейство, мы не могли их остановить. Что решают, то они доделывают. То я знаю их. Но мы смогли обработать 10 человек. Чем? Мы им сказали: в церкви Победа вас заставляют служить. Уходите, найдите церковь, где вы будете сидеть. Просто вы зачем сука служить? Зачем? И они поверили и ушли. Слава Богу, не из этой группы. Когда я начал ходить с Богом, много раз мне другие верующие говорили: зачем ты так стараешься? У меня было много друзей, с которыми мы двигались. И здесь, в Советском Союзе, когда еще было, и в Африке. И эта песня: зачем ты так? Я мог идти молиться 2 часа. А зачем? Ты думаешь, что минут 10 Бог тебя не слышит? Он слышит. А зачем тогда 2 часа? И у меня, я думал, действительно, зачем 2 часа? В следующий раз я помолился 10 минут, и пустота внутри. Нет, надо еще. Вы знаете, где эти люди сейчас? 95% из них неверующие уже. Вот этот голос: зачем ты так себе, ты много так делаешь? Это дьявол, сатана. Это называется гуманизм. Знаете, гуманизм? Ну зачем? Ты человек, у тебя это... Вот как будто защищает гуманистические права человека, да? Как будто Бог не заботится о правах человека, да? Нет. Как раз Бог хочет, чтобы твои права и наследие благословения пришли в твою жизнь. Пастор, вы меня заставляете служить? Нет. Не хочешь? Не надо. Вообще мы не будем трогать. Но какой каша выйдет из этого, тебе придется съесть. А мы свою съем. Свою кашу съедаем. Съедим. Столько тут у нас тут учительки. Я на украинской мове. Там учителька есть. Вот. А вы мыслили по-русски? Мы были на разных уровнях. Вот. Ликарька. Мне так понравилось назвать ликарька. Это очень литературно. Врачиха нет. Нельзя назвать человека врачихой. А ликарька, да. Уже сейчас есть пани министерка. Я понимаю, оно для вас чужое. Это же не ваша мова, а моя. По-моему, даже по новым правописям есть пань президентка. Вот. Тут есть такие, какие мои намеры стать пань президенткой. Заметите. 3 Царство 18:40. И сказал им Илия: схватите пророков Ваалових, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илия, и потому к потоку Кисону, и заколол их там. С времен судей. Вы помните, когда израильские народы вышли из пустыни, пошли в землю, обетованную с Иисусом Навином? Один из первых методов, как они отпали от Бога, это было через Ваалов. Кто привел Ваал? Мадьянитян. Вы помните?
И потом Гедеон первый начал сражаться. И он взял вот этот валовый, как называется этот, жертвенник, да, вот. И что тогда? Вы представляете, это было в Судии. И до Третьего царства Ваал стал богом с маленькой буквой, идол, который израильтяне поклонялись. Оно вошло, это стало культура народа. Но Бог нашел Илию, который искоренил. У Ваала не осталось ни священника, ни пророка. И последняя инстанция Иезавеля, которая была, которая расширяла эту женщину вредную, и ее убили. И с Ваалом было покончено. Почему? Он нашел орудие. Скажите, я орудие в руках у Бога. Скажите, я призван навредить, уничтожать влияние царства тьмы. Это наша задача. То есть мы пришли куда-то, мы не уничтожаем людей, мы уничтожаем влияние царства тьмы. Вот это наша задача. Ты пришел домой, в доме царства тьмы вошел, пока ты был на работе. Нечего бить жену, детей, собаку. Разрушай влияние царства тьмы. Не людей разрушать, а влияние. Если есть 10 человек, и кто-то портит всех людей, отдели эти 10 от этого Иезавела. Как только ее не станет между ними, они все будут как надо. Надо уничтожать влияние царства тьмы. Я пастор много лет. Когда встречаешь 10 человек, которые жужжат против церкви, не бывает, что 15 человек лежат дома, и всем пришло откровение, что церковь плохая. Нет, такое не бывает. Найдется один какой-то влиятельное лицо, который начнет мутить воду. Хитро, подполно, через влияние, сбоку, незаметно, тактично, стратегично и портит людей. Всегда вот так. Третье. О, слава Богу, что мы призваны уничтожать влияние царства тьмы. Это позор, что в Украине люди еще обращаются к Ванге, да, или как ее называют? Ванга – это слепая женщина. То есть, получается, если она слепая, значит, она должна быть ближе к Богу. Вы что? Инвалидность? Бог любит и люди с инвалидностью, и люди без. Одинаково. Скажите, Бог любит всех людей. Но инвалидность не признак, что ты ближе к Богу. Или грязь. Понимаете, в Индии, чтобы быть настоящим колдуном, нужно быть грязным. И миллиардеры придут клоняться. Если ты будешь чистый, ты не можешь быть колдуном. Надо, чтобы настолько колдуны в Украине сказали, начнем со Святошина. Ой, там церковь Победа. Мы будем перемещаться с Киева в Запорожье. А потом приедем в Запорожье и скажем, и отсюда перемещаемся. Куда нам? Давайте пока на море. Церковь Победа везде, кажется. Если Илья мог прочистить народ от идолопоклонства за вечер. И мы можем тоже. Номер три. Сколько людей ты приводишь из царства тьмы в царство Божьего? Сколько людей? Это души. На покаяние возвращаются к Богу или выросли, стали эффективными через тебя? Или, который Бог ищет,
должны приводить много людей из царства тьмы в Царство Божие. Мы живем в время, когда иногда эта церковь, 500 человек, выросла, слава, 2000. А количество неверующих в городе, те же, выросли не за счет покаяния людей, а за счет, что обработали, забрали людей из других церквей. Иногда дьявол вот такое делает между церквями. Пастыри воруют друг у друга людей. Найдется всегда в каждой церкви лидер, который обижается, недоволен и забрал 10, да, и перевел в другую церковь. Это норма, это ненормально, но это норма, к сожалению. И те празднуют, им добавили 100 человек. Почему? Какой-то лидер обиделся, забрал 100. А царство дьявола радуется. Они думают, что они что-то делают. На самом деле ничего. На самом деле ничего. Заметите. Мне нравится, как говорится Деяния, 8 глава, 5 по 8 стих. Тогда так Филипп, сын пастора Генри, так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Вот кого надо проповедовать. Не надо умничать. Там, когда книгу я читал, я слышал, говорят, один ученый сказал. Проповедовал им Христа. Мы не знаем, какое образование было у Филиппа. Я думаю, он был образован. Но какое у него образование, мы не знаем. Какая у него была профессия до этого, мы не знаем. Вообще, да, большинство людей, которые мы встречаем в Библии, мы не знаем, кем они были по профессии. Кроме нескольких из апостолов. Кто-то был налогосборщиков, рыбаки несколько. Других мы даже не знаем, кем они были. То есть, Бог не посчитал важно, чтобы вот этот Филипп, он когда пришел, он проповедовал кого? Христа. И народ в Самарии единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. Заметите, Филипп, и была радость великая в том городе. Бог иногда работает поэтапно. Когда Филипп пришел в этот город, и весь город внимал, это же не случайно. Не он первый евангелист в этом городе. Вы помните, кто был первый евангелист в городе? Женщина, у которой было 5 мужей. А 6-й мы знакомы. У него был 6-й, но это 6-й мы друзья, мой друг. И получается, Иисус сказал, у тебя 5 мужей было, 6-й это не муж. Неважно, как ты его рисуешь перед людьми, мы друзья, мы сотрудники, мы и так дальше. Называет этого друга 6-й по-разному. Но Иисус его встретил, ее встретил. Освободил ее. Она пошла в город. И весь город пришел. Филипп в этот же город пришел. Там уже посеянное слово. Оказывается, когда мы говорим людям об Иисусе, они под впечатлением, мы ушли. И удивительно, потом после нас приходит Филипп, и массовое покаяние, и церковь создается. А уже семья была. И заметите, что Филипп привел много людей в Царство Божие. Ему помогли и чудеса, и освобождение.
сколько ты приводишь людей к Богу. Пастор Генри, я в служении, я лидер, у меня административные дела. Как только административные дела становятся важнее, чем духовного дела, как лидеры мы пропали. В церкви, я имею в виду. В компанию, да? В церкви нет. Не могут административные дела быть важнее духовных дел. Не могут. Я иногда прихожу в офис. Ну ладно. Такая пачка документов, которую надо подписать. Иногда я так подписываю, пока рука не начинает болеть у меня. Но я всегда стараюсь как можно быстрее заканчивать и отдать это все. Потому что не это мое главное. Не это. Вот это мое главное. И другие подобные, что я делаю, связано с духовным. Никогда не превращайся в администрирующим Божьим делом вместо того, чтобы быть делателем Царства Божьего. Оставайся делателем, пожалуйста. Делегируй на максимум администрирование и войди в действие, в центре событий. Там, где беси с воплями, там, где люди исцеляются, там, где дела делаются, вот там твое место. Бог не помазал меня, чтобы я умно подписал бумаги. Господи, если нужно помазание подписать бумаги, это же позор. Что за помазание, которое на максимум умеет только бумаги подписать? Нет, конечно же. И дьявол часто обманывает нас. Мы сидим над бумагами, важничаем. А мы вооружены до зубов для Божьего Царства, а мы заняты бумажками. Нет, бумаги тоже нужны. Но это не основное. Кто-нибудь скажет аминь. Я вас не слышу. А вы меня хоть слышите? Какое последнее слово я сказал? Нет, последнее слово было сказал. Номер 4. Задачи у Илии много. Четвертое задание. Надо, чтобы ты создал новости о Царстве Божьем для людей, чтобы люди были заняты новостью Божьей. Скажите, новость. А вы знаете, что такое новость вообще-то? Это борьба за умы людей. Почему мы в Украине, да, мы бьемся между собой? Потому что мы слушаем много разных каналов. А разные каналы нас обрабатывают по-разному. Это называется борьба за ума человека. А если выйти на улицу, спросите их, вы слыхали что-нибудь о том, что Бог делает в этом городе? Они скажут, Бог? Какой из них? Они даже не слышат ничего о том, что Бог делает в этом городе. Вообще ничего. Я не говорю, что они должны с нами согласиться. Но пусть слышат. Пусть обсуждают. Пусть об этом говорят дома. Это наша задача. Распространят новость. Ой, если я скажу на работе то, что Бог делал у нас в церкви, они скажут, что я не умная. Да? То есть ты стыдишься Иисуса, потому что по-твоему Иисус признак глупости. Смотрите, пришли к Иисусу и говорят, Иисус, давайте читаем. Матфея 11 глава, 2 по 5 стих. Смотрите. Иоанн же услышал в темнице о делах Христовых. Смотрите. Это не Иисус пришел к Иоанну и говорит ему, что Иоанн услышал о делах Христовых. Притом не все согласны были с Иисусом. Но о делах новости шли. Иоанн услышал и послал двоих из учеников своих. И они пришли и сказали ему,
Ты ли тот, который должен прийти, или ждать, ожидать нам другого? Смотрите на ответ Иисуса. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что сказать? Я вам не скажу, что слышите и видите». Хромые, слепые и тому подобное. Что вы слышите и видите? Скажите со мной новость. Пастор Генри, мы хотим, чтобы Церковь Победа выросла, я тоже. А как мы будем? Одно из методов – новость. Там, где новость, люди говорят, люди придут туда. Даже если там ничего толкового нет, лишь бы было, люди говорили. Как один человек сказал, ты либо создаешь новость, или создаешь пустой крик. Пустой крик, придут, посмотрят, поймут, что это пусто, уйдут, и сарафановое радио начнет тебя уничтожать. Но, когда создаешь новость, начинается сарафановое радио положительно. Скажите, я призван создать, производить новость для Царства Божьего. Пусть говорят. Это я так вчера, вторник, я вышел, позавчера, по-моему, понедельник. Тут у нас сейчас идет лагерь, детский лагерь, Росточек и Планета Д. У нас Малинская, 16, веселое место. 80-90 с чем-то, около 100 детей на территории. И вот, и когда я езжу на машину, я еду медленно, потому что они видят мою машину, бегут туда. Они не понимают, что это опасно. Выхожу, они меня обнимают. Вчера стихи рассказывали мне хором. Ой, я сижу у себя в комнате, в офисе, слышу с моего окна. Я, как он сам сказал, я чемпион, как там, я великан. Я посмеялся, я чем-то был занят серьезным. И слышу через окно, я великан. Я говорю, Господи, какие великаны, Боже. Ну, молодцы. И я вышел тут, походил, к вечеру уже как-то. И встречаю там семейная пара, муж и жена. И бежит ко мне жена, а он так себе медленно. Но она очень бежала ко мне. И я вижу, и остановился. Она говорит, я так мечтала с вами познакомиться. О, хорошо. Меня зовут такая-то. Ага. Это мой муж такой-то. К этому времени он дошел. А я думаю, а я же ищу историю, да? Потому что я всегда не знаю, как говорить. Мои родители, папа и мама, поженились в 90-м году или 91-м году. Медовый месяц в Киеве из Мариуполя. Попали на площадь Октябрьской революции. Попали, вы там проповедовали. Покаялись. Я родилась после. И я родилась в христианской семье. Потому что они покаялись, когда вы проповедовали на Октябрьской революции. И теперь я и мой муж, мы верующие. И наши дети теперь верующие. Они тут в лагере привезли детей из Мариуполя сюда. У нас тут дети из Запорожья, откуда угодно. Вот. Вот теперь, вы представляете, как это согрело мою душу. Это я был студентом. Я вам рассказываю эту историю. Как я выходил на Крещатик много раз. Один раз декан пришел ко мне. Второй раз мой руководитель по проекту, дипломный проект. А он меня спрашивает, он говорит, теперь я понимаю, чего у тебя проект так медленно двигается. Говорит, ну не потому, ну как? Мои преподаватели часто, потому что Крещатик единственное место, куда люди ходили. И теперь, потому что я тогда там что-то делал, эти покаялись, теперь их дети, теперь дети детей. Вы представляете, на небе приду, и это уже
в мою пользу есть. А таких у меня много. Я однажды был в Перми, ко мне подошла женщина с детьми. Говорит: пастор Генри, мой муж передал вам привет, он умер полгода тому назад. Он сказал: когда придет пастор Генри, передай ему привет. Когда он покаялся, когда вы проповедовали, он был наркоманом, он освободился, за один раз возлагали на него руки, Ледовый дворец, и он освободился, женился на мне. Мы родились трое детей. От осложнения с прошлой жизни он умер. Но я, мои дети, служим Господу. И перед смертью он от меня обязательство взял. Ты передай пастору Генри привет и скажи ему спасибо. Он был, он открыл 3 или 4 реп-центра. На небе, на моем счету, это уже есть. Заметите, создавай новости, скажите новости. И я приехал в Питер, на том же собрании, где этот освободился. Приехали с Питера 6 человек, которые бывшие наркоманы, с ФИЧом. Я возлагал руку, меня попросил пастор Эдуард возлагать руку на всех. Там было 1,5-2 тысячи человек, за кого я молился. Это было вообще. Мои руки были как деревянные после. 6 человек. Исцелились от ВИЧа, вернулись обратно в Питер. Уже, по-моему, 4 раза сделали исследование. Нету ВИЧа. И врачи спрашивали, в чем дело. Я познакомился с одним из врачей Санкт-Петербурга, которому они говорили, что когда приедет этот человек, мы вам покажем. И врачи говорят: мы об этом говорим, мы не имеем права афишировать, но среди врачей мы об этом все время говорим. Скажи, новости. Интересно, какие ты новости создаешь? Какие ты новости? Есть люди, которые настолько в руках дьявола, будучи в церкви, что все новости о них убирают людей от Бога. Или делают их слабыми, верующими. Из-за их новости. Меняй, пожалуйста, новости вокруг тебя и от тебя. И последний, предпоследний. Илья является распространителем Божьей любви, Божьей свободы от демонов, от греха, от рабства и от угнетения. Это не говорит, что он ходит везде, толкает палец, но его появление убирает. Это я помню, разговаривал с одной женщиной, она уже в нашей церкви сейчас не ходит. Говорит: пастор Генри, я не понимаю. Я прихожу в разные конторы, и сразу все меня приглашают к себе домой. Что со мною не так? То есть, куда бы она ни пришла, все мужчины, которые ее видят, после этого сразу у них только одно на голове. Больше ничего. Как будто вокруг нее аура, простите за слово, который извращает мужчин. Когда она была в мире, она это знала. И она этим хвалилась. Как ее подруга сказала, что она сказала: я никогда не плачу за путевку, я никогда не плачу за одежду, я никогда не плачу за то, когда оно мне надо, я знаю, кому, куда идти, как себя вести, и все будут покупать мне. И когда она пришла к Богу, она говорит: как, что мне делать? Интересно, твое появление, что просыпается в людях от твоего появления? Что? Когда Илья появляется, люди выбрасывают свои идолов, меняют свои взгляды, выбрасывают неправедный образ жизни. В твоем присутствии люди тянутся к Богу.
Не обязательно, что ты палец тыкал ему в лицо. Но твои слова, твое присутствие, твое общение, оно вызывает у них желание к Богу. И последнее. Илья меняется мировоззрение у людей, взгляды у людей. Твое присутствие, как человек Илья, приносит откровение о Боге, откровение о жизни. Разрушается влияние демонических философий на них. И разрушается гуманистических жизней, основано на чувствах и хотениях. Потому что сегодня, вот это последнее особенно, гуманистические хотения, хочу, хочется, это Бог сегодняшнего мира. Особенно молодежь, вот хочется. Но это же надо. Мы же человек, нам это надо. Это новый Бог с маленькой буквой. Особенно, если начитали книги умных людей, которые поощряют чего-то. Попробуйте христиан убедить, а Библия другое говорит. Но Библия, Библия, я же человек. Как будто человек не создан Богом. Мы призваны менять мировоззрение людей. Не обязательно того, что мы дрались с людьми. Достаточно несколько наше общение с людьми, чтобы пришло откровение о Боге, откровение о жизни. Разрушился всякие демонические, философские основания, их парадигмы и взгляда, и чтобы разрушились эти гуманистические хотения, чувства. Я человек, мне это надо, все это делают. И в результате попадают в ад. Заметите, закругляя все это. Ты в войне. Скажите, я в войне. Скажи, но со мною Бог. Поэтому твоя жизнь, твое мышление, твои слова, твое поведение помогает Царству Божьему или Царству тьмы. Все, что ты будешь делать, все, что ты делал сегодня, говорил, поступал, ты либо помогал Царству Божьему, или ты помогал Царству тьмы. Нет такого, что я никому не помогал. Нет. Или-или. Помни, ты орудие, и дьявол жаждет тебя использовать. Но Бог создал тебя для себя, не для дьявола. Мне очень нравится, что написано в 2 Царство, 5 глава, 17-18 стих. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство, слушайте внимательно, над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. Он услышал и пошел в крепость, спрятался. Значит. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаме. Когда Давид не был помазан на царство, филистимляне все равно. Что он там делает, где он? Как только услышали, Давида помазали на царство, они подняли армию против Давида. Пастор Генри, да, я в посте, в молитве, что ты просишь Бога, помазание. Осторожно. Как только дьявол узнает, что помазание на тебе, что он сделает? Филистимляне соберутся. Сразу же. Давид даже не опомнился. Он хоть перерыв себе создал тем, что он побежал в пещере, в этот в крепость и начал с Богом говорить, Господь, что мне делать? И Бог ему тоже перерыв не дал. Иди на войну, воюй, ты победишь. Но дали бы ему неделю как-то. Нет? Помазали, и они уже пришли. Заметите, как только у тебя появляется
содержимое неба, чего-то с неба, сразу же у дьявола против тебя поднимается армия. Сразу же. Поэтому говорить о том, что я не буду слишком активный, я хочу немножко... Нет, ты уже в армии, ты уже в войне, уже. Только от того, что что-то с неба в тебе, ты уже в войне. Ну, я попрошу, чтобы сатана дал мне 2 дня. Что за противник такой, который даст тебе 2 дня, чтобы ты собрался? Он хочет как можно быстрее и раньше тебя нейтрализовать. Какое содержание бывает с неба? Боится дьявола, что он сразу восстает против нас? Помазание Духа Святого. Я понимаю, что вы радуетесь с помазанием, но поверьте мне, если помазание останется на тебе, да, большинство из вас, на вас ходит помазание, но оно не остается. Вы как камень, знаете, как твердое, налился и оно ушел. Оно вообще. Я иногда расстраиваюсь, как Господь, столько вливаю, вливаешь, вообще как камни, ни глоток на них не видно. Ну ладно, так всегда бывало в церкви. Но как только останется на тебе, как только, обязательно что-то начнется. Муж заболел, жена заболела, проблемы начались. Люди, с которыми раньше было все хорошо, теперь война. Какой-то лидер с ума сходит, кто-то начинает воевать с пастором. Кто-то... Короче, я говорю, Бог, когда я был спокойным, мирным, все меня любили. Как только... Люди, которые я думал, они со мною навеки до пришествия стали врагами №1. Люди, которые пели песни, наш пастор такой хороший, они стали песни петь другие песни, только 3 раза длиннее. Какой плохой пастор. Я говорю, Господь, моя вина в чем? Как только филистимляне услышали, что помазали Давида, они собрались к нему на войну. Помазание. Второе содержимое от Бога – это любое, что Бог дал тебе. Призвание от Бога. Если слово от Бога, то есть тут нужно содержимое от Бога, не вид духовности. Вид духовности, оно дьяволу ему все равно. Ты можешь вид духовности показать ему, отец, он, это его оружие. Он вообще тебя не будет трогать. А вот это слово от Господа. Или что-нибудь от Бога. Что-то с неба. Как только на тебе, тут как тут, ты становишься мышей. Так почему ты становишься мужчиной? Слушайте внимательно. Потому что ты опасный для дьявола. Скажите, когда я имею откровение, помазание, что-то от Бога, скажи, я опасен для дьявола. Громче скажите, круглосуточно. Пастор, дальше, когда я сплю, да? Вы знаете, что когда у человека у тебя содержание от Бога, Бог может дать тебе молитву во сне? По-моему, это во вторник, когда я лежал себе, спал. И мне снится сон, что я молюсь, Дух Святой сходит на каких-то людей. Я сплю. И начал видеть эти лица. И я 100% уверен, не обязательно, что ночь Бог что-то делал для них, но 100% что-то я делал в духе, пока я спал. Поэтому эти содержания божественные не настолько от тебя до конца зависят, но главное, чтобы ты поддался Богу, и Бог начинает делать тебя орудием. Сегодня Бог ищет через кого? Сегодня Бог ищет Ильи. У Бога дефицит. Через кого могу? Все, что мы просим у Бога, как церковь, Бог дает. У него одна проблема. Через кого я могу это делать?
Все наши мечты, как церковь, отдельные, каждый в отдельность, компания, неважно как, Бог хочет дать. Проблема у него, он не знает через кого. Не в смысле, что он не знает, не находит. Иногда мы искренне просим, Господи, хочу. Через час он нас не узнает. Через день мы такое делаем. Это же он просил. Она, что она сейчас делает? Второй Паралипоменон, 16 главы, 7, 8, 9 стих. Слушайте внимательно. В то время пришел Анани, прозорливец к Асе, царю иудейскому, и сказал ему, так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. То есть ты был бы эффективным воином, если бы ты уповал на Господа. А ты не уповал на Господа, а уповал на царя сирийского. Поэтому он и выжил. Не был ли эфиопляне и ливиане силой большей и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Это с ним он воевал раньше Аса. Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руки твои. То есть у тебя был враг побольше, но не ты как таково. Это Бог дал победу, но ты стал орудием в его руках. Но сейчас ты включил вычисление, уравнение, и ты поразился. Почему? Потому что ты ушел от того. Теперь ключевой момент, 9 стих. Ибо очи Господа обозревают, смотрят туда-сюда, по всему миру, и ищут людей, чье сердце полностью предано ему, чтобы поддерживать или показать себя сильным через них. Через кого? Бог обозревает. Бог смотрит по всей церкви Победа. Бог смотрит по всей Украине. Бог смотрит по всему миру. Бог смотрит по всей Европе. И он ищет, чтобы проявлять себя через тех, чье сердце полностью предано ему. То есть Бог говорит, вот моя сила, вот моя мощь, вот моя способность. Я ищу кому дать. Я ищу. Сатана ищет кого поглотить, а Бог ищет поддержать, помочь. Ты решил, Киев будет спасен, Бог поддержит. Киев будет спасен. Ты решил, мой род придет к Богу. Бог поддержит, твой род придет к Богу. Ты решил, хочу видеть исцеление каждый день. Бог поддержит, увидишь исцеление каждый день. Я хочу видеть воскресение из мертвых. Бог поддержит воскресение из мертвых. Скажи, мои решения, ожидаемые Господом, чтобы поддержать эти решения. То есть, жарко-холодно от тебя зависит. Кто-нибудь скажет аминь? Бог ждет людей, которые примут решение. Я увижу пробуждение в моем служении. Я увижу пробуждение в моем районе. Я увижу пробуждение в моей компании. Я увижу пробуждение в моем городе. Я увижу перемены. И вот эти люди, Бог покажет себя через них. Его очи обозревают всю землю. Вся земля сканируется Богом. Как только он найдет человека, сразу помощь. Сразу помощь. Сразу помощь. У кого-то решение пришло о каком-то грандиозном деле, сразу Божья помощь для грандиозного дела. Давайте мы будем людьми, которые есть за что поддержать. Мне нравится, как говорится,
Езекия 22, 30, 33 стих, 30, 31 написано: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал передо мною в проломе за всю землю, чтобы я не погубил ее, и не нашел». То есть Бог опять же обозревал. Земля не туда идет. Они себя ведут не так. Они грешат. Это принесет уничтожение. Но Бог, надежда у него была. Может, найду человека, который станет передо мною за землю. Заметите, перед Богом за землю. То есть человек, который перед Богом за землю. И Бог не погубил бы землю. Не всякое уничтожение, которое в нашем городе, это был такой план Божий. Нет. Он просто не нашел. Пока мы дрались за позиции, пока мы дрались за звания, пока мы дрались, кто принесет пастору чай. И вот за это время Бог искал человека. Пока мы обижались, не так со мной разговаривали, титул неправильный. Господи, какой позор! И в результате написано: «Итак, излил на них негодование мое. Они погибли. Огонь ярость пришел. Могли бы не погибнуть. Могли бы». Сколько сегодня есть люди, которые страдают, которые не должны были. Вместо стоять проломы, есть самоправеднее, самооправдывающий себя. Ой, Господи, даже пингвины отдыхают. Как они начнут рассказывать о себе прямо вообще. Это пингвин, да, у кого эти павлины. А пингвины, что у него? Что вы его унижаете? Он тоже красивый. Я передам пингвину, я с ними друзья. Они очень умные. Павлины отдыхают. Когда эти христиане начинают рассказывать о себе, я иногда слушаю и думаю, наверное, я не верующий. Они начинают рассказывать, как они палчику двинули, и дьявол убежал в Африку. Я думаю, Господи, я, наверное, Господи, я еще верующий. Когда сиди, молчи. Хорошо, спасибо. Вот как насчет... Ты слышишь, думаешь, Ренат Бонки вообще ничтожество. Билли Грэм вообще... Он... Как они начинают павлиническо. Бог ищет содержание. А не вот эту пустоту, глупость. Кто-нибудь скажет аминь? Смотрите. Последнее место Писания. Третье царство, 19 стих, 12 глава. Я уже это назвал, говорил раньше. Сказал Илья, возревновал о Господе Боге Саваоф, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». 15. Бог говорит ему: «Пойди обратно». Скажите: «Обратно». Мне нравится Бог, он настойчивый. Илья напуган, убегает, Бог возвращает его обратно туда же, откуда он бежит. Встреча с Богом меняет жизнь человека. 17 стих. Бог ему говорит: «Кого ты... Кого помазать, подними других». Скажи: «Когда я Илия, я поднимаю других». Еще раз скажи: «Когда я Илия, я обязательно поднимаю других». 17. 18. «Впрочем, Илия, впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей». В одном из переводов 7000 пророков. Все сих колени не преклонялись перед Ваалом, и все сих уста не любезали его. Любезали его. Молодцы они.
Бог их сохранил. Скажите мне, пожалуйста, вы читали Ветхий Завет? Вы где-нибудь слышали голос одного из этих 7000 где-либо? Что они восстали против Ваала, против плохо, против Езавеля. Вы хоть где-нибудь слышали? Ни в одни Илии, ни после Илии, ни разу. Да, в Новом Завете к римлянам мы встречаем это местописание, где Павел говорит, что Бог всегда себе остаток сохранит. Но эти пророки, никто из них ничего. Если было 7000, значит, у Бога было 7001. И только один вел сражение. С Езавелем, с Ахавом, с Ваалом. Один. А где 7000? Где Ильи много? 7000. И только один Илья. Если взять по пропорции, что из каждой 7000 только один эффективный. Один. Я всегда смотрю на Церковь Победа, думаю, столько вкладываешь, сколько молишься, сколько проповедуешь, сколько учишь. Интересно, сколько из них будет эффективными. Сколько? Этот ответ не мне надо. Но Бог хотел бы, чтобы все стали эффективными. Все. Это Его желание. Зов Господа Бога к Ильям. Подними свой голос. Вернись к молитве. Ты раньше так молился, и я говорил тебе четкие вещи, но ты перестал молиться. Вернись к моему слову. Когда ты был в моем слове, ты был чувствительным. Вернись. Вернись к чистоте и святости. Когда ты был в чистоте и в святости, я много делал через тебя. А сейчас ты оправдываешь себя. Но заметь, я больше через тебя ничего не делаю. Вернись к евангелизации. Раньше ты плакал за каждую душу, а сейчас равнодушие, царствие твоей души. И сатана собирает людей. Вернись к огню. Когда ты был огненным, я благословлял тебя и на работе, и в деле, и в семье. Но как ты потерял огонь, как будто ради семьи, ради работы, и там стало плохо. Верним к постам и молитвам. Когда ты постился и молитву, и молился, то дары проявлялись через тебя. А ты ушел от этого. И теперь через тебя, кроме логики, ничего нет. Заметите, сатана хочет себя наградить людьми, которых он уничтожает. А мы будем Ильями Бога, и мы говорим громко: нет. Израиль будет поклоняться живому Богу, а не Ваалу. Мы не дадим, мы не согласимся, мы будем стоять, потому что мы орудие в руках у Бога. Давайте встанем. Аллилуйя. Давайте поднимем наши голоса перед Богом, просто молиться в духе.
Ты орудие, ты не просто человек. Ты не просто верующий, ты орудие в руках у Бога. Ты не просто лидер, ты орудие. Ты не просто мама, ты не просто папа, ты не просто муж, ты не просто жена, ты не просто сын, ты не просто дочь, ты оружие в руках у Бога. Спасибо тебе, Господь, что ты сделал нас оружием в твоих руках. Подними свой голос, молись в духе, молись в духе, молись в духе. Спасибо тебе, Господь. Кора масака мама мандория масоко попопотория. Кора масака мама мандория масака мама мандория масокория. Господь, ты обещал, что раньше, чем будет день Господень, ты снова изойдешь духа Илии. Помазание Илии, которое возвратит детей к отцам, отцы к детям. Сегодня мы просим, изливаем нашу жизнь, это помазание Илии, это духа Илии во имя Иисуса. Хорамасокомомондория, хорамасокомомондория, масокория. Горамашака мама мандория. Боже, да восстанавливается огонь внутри, да восстанавливается молитва в жизни, да восстанавливается пост, да восстанавливается жажда по Богу, да восстанавливается глубина в Боге, да восстанавливается чистота и святости, да восстанавливается стремление к Богу, да восстанавливается чувство ответственности за Царство Божие, за церковь, за Божьих дел, да восстанавливается Отец. Гора масоко мобондория, масоко попопотория, гора масакандария, масокория. Божье чувство божественной срочности, божественное чувство ответственности. Боже, пусть оно сходит на нас, наполни нас твоей срочностью, твоей ответственностью во имя Иисуса. Кора масоко мамандория, кора масоко мамандория, масоко попопотория. Да, Господь, вот я, пошли меня. Вот я, пошли меня, вот я, говори ему, Боже, вот я, используй меня, пошли меня, я согласен, я пойду, я сделаю, я выполню, я сделаю, я выполню, только, Боже, сделай меня острым, я возвращаюсь, Боже, по всем параметрам к тебе. Возвращаюсь домой, возвращаюсь к Богу, возвращаюсь к церковь. Боже, я хочу быть орудием у тебя в руках. Хорамасоко мондория, хорамасоко мондория, масоко попотория, хорамасоко мондория, масоко попотория. Спасибо тебе, Господь, что твои глаза обозревают всю землю. И сегодня, Боже, ты увидел здесь и по всему городу Киеву, по Украине, по всему миру люди, чье сердце полностью предано тебе. Покажи себя сильным для них, через них. Поддерживай им. Проявляю себя через них. А мы как церковь, мы полностью отдаемся тебе. Покажи себя сильным через нас. И мы обещаем воздать тебе всю славу и торжествовать и радоваться о тебе, наш Бог. Во имя Иисуса. И весь народ скажет: аминь.